Не? А. Анна. К. А. Р. Ш. Ой. Е. Не. И. Ой. Не. И. Не. А. Анна. Анна Каренина. Этот фильм я снимал 13 лет. Как много изменилось за это время. Эта терраса, на которой мы собирались всей семьей и сидели долго летними вечерами. Эта скамейка, на которой любила сидеть наша мама. Дорожки, по которым она ходила. Этот дом с запахом кофе и жареных тостов по утрам. И с теплотой нагретых солнцем досок, по которым ты, маленький, бежишь, ощущая теплоту этих досок всей босой ступней, чтобы потом, вбежав в затемненную шторами спальню матери, забраться к ней под одеяло, вдохнуть ее запахи, услышать простое и ясное, что забудешь сразу через 5 минут, выходя от нее. Но потом, когда-нибудь, обязательно вспомнишь в своей жизни. Но нет уже ни этого дома с шумными чаепитиями на веранде, ни той скамейки, нет этой собаки, к которой бежит моя маленькая дочь. Да и страны той империи, в которой все это происходило, тоже уже нет. В этой империи было все. Император, волонтеры, гвардейцы, гладиаторы, шуты, стражники, торговцы, художники и просто граждане. Было все, кроме Бога. Вернее, было множество разных живых божков. Но не было настоящего Бога в себе. Эта империя завораживала своей мощью и таинственностью. Ее боялись, но к ней стремились. Здравствуйте, меня зовут Давид Дасильва. Я приехал в Москву на Олимпиаду по русскому языку из Гвинеи-Бисау. Меня зовут Магда, я приехала из Венгрии. Меня зовут Такуя. Я приехал из Японии. Я единственный японец. Что же она такое в действительности? Эта безбожная империя, тень которой покрыла собой пространство, далеко выходящее за пределы ее границ. Что это было? Наивная вера в заманчивую, но несбыточную мечту о всеобщем равенстве и построении рая на Земле? Или же все-таки осознанное желание быть обманутым и принять участие в этой гигантской игре для того, чтобы самому обманывать других во имя собственного блага. Сердечно, по-братски, приветствовали первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии Эрих Хонекер, другие партийные и государственные деятели. Но империи не могут существовать без врага. Если этого врага у империи нет, то его нужно выдумать. Вот почему даже хоккейные матчи в нашем сознании имели намного более глубокий смысл и совсем иное значение. Ведь совершенно не обязательно воевать с этим врагом. Главное его иметь, состязаться с ним, пугать и улыбаться. При встрече высокого гостя был выстроен почетный караул. Я не думаю, что эти американцы знают что-нибудь конкретное о том человеке, которого сейчас встречают. Он для них только образ, знак, за спиной которого стоит огромная держава, которую нужно бояться, а значит, уважать.
Остальной же мир прекрасно устроился между двумя полюсами, между двумя сверхмощными державами. Он уютно обустраивал свою жизнь, примыкая то к одному, то к другому, исходя, конечно, из своих личных интересов. И если ты был недоволен одним из императоров, то мог поехать за поддержкой к другому, в чем бы эта поддержка ни выражалась. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Сенатор представил Брежневу свое семейство. Леонид Ильич подарил Эдварду-младшему свою фотографию с автографом. Не страшно. Вырывай. Ой, а если она меня попадет? Мой, не страшно. Честно говоря, тогда, в 1980 году, я еще не совсем четко представлял себе, что же за картину я собираюсь снимать. То есть интуитивно я, конечно, чувствовал, что она может стать довольно занимательным документом времени. Но вот формы ее я еще как-то не ощущал. Я просто решил из года в год упорно снимать одну коробку пленки, задавая своей подрастающей дочери 5 очень простых одинаковых вопросов. Все знают, что в то время в нашей стране власть цензуры была всесильной. Ни одной рукописи невозможно было опубликовать без цензурного одобрения. Ну что ж тут говорить про возможность снимать частное кино на профессиональной аппаратуре. Поэтому пленку приходилось либо покупать со страшной переплатой, либо еще как-то доставать, потом тайно обрабатывать, затем где-то хранить, причем подвергая огромному риску людей, которые на это шли. Но это были верные друзья. Если бы не они, конечно бы этого фильма никогда бы не было. Есть несколько вопросов, просто, а ты мне ответить должна. Вот ты, скажи мне, чего ты больше всего боишься? На меня смотри. Бабу-Ягу. Кого? Бабу-Ягу. А какая она? Ну чего ты только, чего ты все время, что такое, что ты улыбаешься все время, что такое играешь мне здесь? Ну-ка расскажи мне, почему ты боишься больше? Потому что у меня длинный нос. Из-за носа боишься? Ну, и рожа страшная. Понятно. Так скажи мне, а чего ты больше всего на свете хочешь? Крокодила. Крокодила хочешь? Живого? Да. А чего ты больше всего на свете не любишь? А? Суп, который называется борщ. Борщ не люблю. Василий Иванович Суриков. Автопортрет. Стены нашего дома, на которых висели картины прадеда, великого художника Василия Сурикова и деда Кончаловского,
Энергия и тепло нашей матери, Аниной бабушки, до поры до времени сохраняли ее от влияния внешнего мира. Она знала, кто ее предки, и не боялась этого. Это отличало ее не только от многих других детей, растущих в это время в нашей стране, но и от нашего с братом детства. Мы с Андроном росли уже Михалковыми, потому что нашему отцу еще в школе пришлось изменить ударение в фамилии, чтобы сделать вид, будто он не имеет никакого отношения к древнему именитому роду Михалковых. И тогда еще никто не знал, что из маленького мальчика, который начал заикаться, когда его нянька вот в этой самой коляске отпустила с горы, вырастет знаменитый детский поэт Сергей Михалков, стихи которого знали все поколения живущих сегодня в нашей стране людей. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, кто лепел, Борис молчал, Павел Иногович. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря, просто так. А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? Вскоре я понял, что идея этого фильма как-то незаметно и естественно вытекала из другого, который я только что закончил снимать, из Обломова. Этот мальчик, Илюша Обломов, просыпается в иной жизни, в другой России. Его детство тоже было согрето теплом дома и наполнено любовью семьи. И мне очень захотелось, сравнивая эти два детства, маленькой девочки в Советской империи и маленького мальчика в империи давно ушедшей России, понять, где же эта точка, в которой навсегда эти два детства расходятся, и сойдутся ли они когда-нибудь. Выбежав из своего дома и оказавшись в огромных просторах огромной страны, Илюша Обломов, тем не менее, не мог потеряться. Потому что люди, которых он мог встретить на своем пути, жили, или, по крайней мере, старались жить по тем же законам, по которым жили и предки самого Илюши. И жизнь страны, ее история, собиралась из жизни и истории каждого дома в отдельности. Анна же, покинув свои стены, попадала в мир подмен и имитаций. Рождение новой гражданки Союза Советских Социалистических Республик. Ваша дочь родилась в прекрасное время, когда вековые мечты человечества претворяются в жизнь самоотверженным трудом советских людей. Иметь ребенка – это большое счастье для каждого человека, но вместе с тем это огромный труд по воспитанию и ответственность перед обществом за то, кем он вырастет, каким станет. Новый, невиданный в истории тип государственной власти, волею революции призванный очистить землю от всякой эксплуатации, насилия и рабства. Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Чем величественнее во внешнем,
прилюдной жизни. Империя славила великую советскую родину и великий советский народ, тем дороже во внутренней, тайной жизни становилась для каждого человека его малая родина. Это может быть река, лес, вид из окна. Для меня, например, и для моих детей малая родина – вот это поле и это пыльная дорога, которая ведет к нашему дому. Сегодня 8 августа 1981 года. Вот уже прошел год с тех пор, как я начал снимать эту картину. Анне исполнилось 7 лет. В этом году она идет в школу. Анечка, я хочу тебе задать вопрос. Только будь внимательна и отвечай мне, пожалуйста, честно. Что ты больше всего любишь? На меня смотри. А что? А? Ну вообще, что ты больше всего любишь? Сейчас. Природу. А? Природу. Что? Природу. Природу. Чего ты больше всего не любишь? Плохих людей. Плохих людей. Чего ты больше всего боишься? Драки. Драки? Говори громче. Драки. Драки. Чего тебе больше всего хочется? Быть темной. Как? Быть темной. Сейчас. Ну вот сейчас. Чтоб я хорошо вела. Что? Чтоб я хорошо вела. Чтоб ты хорошо себя вела? Ты больше всего хочешь вот этого сейчас? Вот в эту минуту? А что ты хочешь больше всего? Хорошо отвечать. Хорошо отвечать? Да? А я думал, купаться ты хочешь больше всего сейчас. А? Ну, купаться тоже. Смотри мне. Страх неправильно ответить. Как хорошо я знаю его. Я левша, и в школе меня переучивали. И я помню этот ужас, когда ты, торопясь, пропуская буквы, выводишь каракули непривычной правой рукой, а класс уже закончил писать и ждут одного тебя. Страх быть не как все. Это самый главный страх, который прививался с ранних лет каждому, кто жил в нашей стране. У партии вы черпаете огромный, выверенный опыт для всей деятельности вашего союза. И это естественно, ведь у партии и комсомола одна цель – коммунизм. Здравствует великий советский народ! Да здравствует мир! Да здравствует коммунизм! Stop!
Говорят, песня – душа народа. Но народ никогда не пел тех песен, которые пели в официальных залах. И под этими крышами текла совсем другая жизнь. И пели совсем другие песни. И все ждали, ждали. Когда же сбудутся эти вещи и слова партийного гимна? Я по собственному велению, сердцу верности поклянясь, говорю о Владимире Ленине и о том, что главное в нас. Вот уже разгибаясь под ношей, вырывается мир из тьмы, начинаются горы с подножий, начинаемся с Ленина мы. Мы немало столетий ждали и вместили в себя потому силу всех прошедших восстаний, думы всех парижских коммун. Жгли сомнения, шли опасности, с четырех надвигались сторон. Но была на планете партия, та, которую создал он. Мир готов за нее поручиться перед будущим наверняка. И лежит на пульсе отчизны вечно ленинская рука. И чем глубже и безнадежнее становился маразм общества, тем большего он требовал пафоса. Прозвучал сигнал наступления! Солнце яростное! Впереди! Все еще впереди! И Ленин! Будто молодость! Впереди! Становится тише, тает быстрое время. Это был последний раз, когда империя, собрав оставшиеся силы, попыталась продемонстрировать миру свое могущество и величие. Медведь, советский медведь, красный медведь, которого боялся мир и которым на Западе и Востоке пугали детей в школах, оказался дутым, симпатичным, резиновым мишкой, который, легко оторвавшись от земли, постепенно исчезал в бесконечности. Пожелать исполнения желаний. Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понес тяжелую утрату, и из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционный борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности Леонид Ильич Брежнев. Коммунистическая партия, наша советская родина и множество скорбящих людей за ее пределами прощаются с Леонидом Ильичем. Члены и кандидаты, первый раз члены через 29 лет после смерти Сталина секретари, страна хоронила вождя, умершего своею смертью на своем посту. Я помню смерть Сталина. Мне было 8 лет. Тогда однажды утром я в первый раз в жизни увидел в нашем доме зеркала, завешенные черным муаром. Я помню, как мы с братом плакали, помню, как плакал отец. Помню траурную классическую музыку по радио, огромные толпы людей, которые шли прощаться с вождем в колонный зал мимо окон нашего дома. Еще я очень хорошо запомнил реакцию мамы, которая меня поразила тогда.
Она была собрана, спокойна и так сострадательно вежлива. Но ни одной слезы я не видел на ее глазах по этому поводу. Смерть Сталина воспринималась народом и всей страной как катастрофа, как конец света. Смерть Брежнева как рубеж. Кто придет следующий? С чем придет? И вся страна приникла к телевизору, пытаясь угадать будущего преемника, потому что им мог быть только один из тех, кто был тогда там, на Красной площади. Первую весть о смерти Леонида Ильича Брежнева я услышала на работе. Мне казалось, через ясного неба был такой гром. Мне не верилось, что действительно умер Леонид Ильич. И, видя в этот день плотину, Днепр, скалы, мне кажется, вместе со мной и вместе с нами стонало все. Я думаю, что пройдет совсем немного времени, как честные историки начнут. Реакция на смерть Брежнева очень ясно разделила людей на тех, кто был обманут и искренне верил в то, что происходило в стране, и на тех, кто обманывал. Что этого человека, этого деятеля, по традиции, которая естественно, даже подсознательно родилась у народа, мы называли всегда не Брежневым, а Леонидом Ильичем Брежневым. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что случилось в стране, да? Да. А что? Умер Леонид Ильич Брежнев. Скажи, пожалуйста, а вот я тебе задавал вопрос уже несколько раз. Одни и те же. Вот чего бы ты сейчас больше всего хотела? Я бы хотела, чтобы весь советский народ никогда не забывал Леонида Ильича Брежнева. А чего ты больше всего боишься? Если наступит война. Этот странный, неожиданный ответ означал, что империя уже начала отнимать у Анны ее я. Но тогда я не придал этому значения. Чего ты больше всего любишь? Люблю, когда дома ты. А чего ты ждешь в ближайшее время? Чтобы скорее наступил Новый год. Новый год? Ты любишь этот праздник? Очень. Русская зима. Коммунистической партии и Советского государства, члены комиссии по организации похорон, родные и близкие покойного. Прошло чуть больше года, и вновь в эфире зазвучала классическая музыка. Страна хоронила Андропова. Когда я закончил снимать этот эпизод и пленку отдали в проявку, кто-то донес начальству, что через лабораторию проходит неучтенный материал и что Михалков снимает подпольную картину. Поэтому эпизод, который вышел, оказавшийся в браке, в легком нефокусе, я уже переснять не смог, чтобы не навлечь огромных неприятностей на людей, которые помогали мне работать. Надеюсь, зрители мне это простят. Thank you.
Ты знаешь, что сегодня случилось? Да. А что сказать? Умер наш вождь Юрий Владимирович Андропов. Да? Да. Скажи мне, что ты про него знала? Знала, что он производил большую деятельность, помогал людям, много делал о защите мира. Я знаю о нем только больше всего хорошего. Скажи мне, чего ты больше всего любишь? Люблю, когда мы все собираемся, говорим о всех делах, обсуждаем. Да все друг другу выкладываем, и чего у нас больше лишнего нет. Скажи мне, а что ты больше всего не любишь? Ссор в семье. И ссоры во всем мире. Почему, скажи мне? Потому что из-за этой ссоры может возникнуть война в всем мире, война. Ты откуда приехал? Я приехал из Белоруссии. А ты? А я из Казахстана. Я приехал из Москвы. А я из Иркутска. Я приехал из Грузии. Меня зовут Узурик. Я приехал из города Тбилиси. А как здесь? Меня зовут Рамуни. Я из Литвы, из Каунаса. А я приехала из Бама. Что больше всего сейчас хочешь? Вот сейчас. Чтобы выбрали хорошего правителя. Выдающийся политический деятель. Чтобы наш правитель Константин Устинович Черненко мог о нас заботиться. Заботиться о всех здесь и на всем мире. Прошло 13 месяцев, и вновь в стране объявлен трехдневный траур. Всего год и месяц занимал пост председателя Президиума Верховного Совета и генерального секретаря ЦК партии Константин Устинович Черненко. 10 марта в 7 часов 20 минут он скончался. Генеральным секретарем партии, пленумом внеочередным избран Михаил Сергеевич Горбачев. Ань, вот прошел год с момента, как мы снимались последний раз. Скажи, пожалуйста, какие у тебя за это время появились желания? Чего ты больше всего хочешь на свете? Это трудно сказать, но чтобы всегда был мир, все были живы и здоровы, чтобы счастье в доме было. Конечно, грустно сегодня. Угу. Так. Никаких радостей сегодня нет. Ну так а что ж, конец света, безнадежность, все? Нет, почему? А что? Хочется думать, что будет все хорошо. Да? Да. А что ты ждешь от Михаила Сергеевича Горбачева? То... Все будет, в мире будет все спокойно. И не будет ядерной войны. Так. Что мы будем всегда жить вместе. Всегда было радостно. А бывает так, чтобы всегда было радостно? Это может быть. Чтобы всегда было радостно? Да.
Ты в этом уверен? Песни правительства. Ее пели дети, родители, правители, солдаты. Но чем громче, чем веселее страна пела о мире и дружбе, тем зловещей становился образ войны в Афганистане, о которой вслух почти никто не говорил. Любое напоминание, любой намек на знание об этой войне уже вызывали ярость. Это кадры из моей картины «Родня», которая подверглась жестокой цензуре и 2 года не выходила на экран, хотя ни одного слова об афганской войне в ней не было. Но если образ солдат, которых провожают в армию до афганской войны, считался образом благородным и даже необходимым, здесь, в этом контексте, он вызвал совершенно иную и абсолютно неадекватную реакцию. Вырезанные цензурой из картины кадры сохранил мой монтажер, и только поэтому я имею возможность использовать их в этом фильме. Самолет увозил на неизвестную войну в жаркую чужую страну безымянный так называемый ограниченный контингент воинов-интернационалистов. Возвращался он обратно, прозванный в народе черным тюльпаном, с цинковыми гробами на борту, в которых лежали неизвестно за что погибшие Николай, Сергей, Иваны, Александры, которые в последний раз обретали свои имена на заснеженных кладбищах России. Но если одним эта жестокая империя мнимого равенства возвращала их фамилии хотя бы на кладбищах, других она бросила в унижение, навсегда вычеркнув из памяти их имена. Мое афганское имя Ахмадулла Хан. Мое советское имя Фатеев Сергей Владимирович. Я из Сибири, из Кемерово. Сорбаном Миша Кемерово. Мое афганское имя Мухаммад Ислам. Мое русское имя Виктор. Где ты родился? Я родился в Жданове, на Украине. Зовут меня Вебко Леонид Григорьевич. Мое имя здесь Азизуло. Родился я 2 июля 1955 года в Молдавской ССР, Чемшлийской урона, Силовский ошиб. Сколько же ни в чем не повинных людей в течение всей своей жизни будут видеть в тяжелых военных снах чужие пейзажи, чужие лица, слышать чужую речь и не иметь объяснения, за что же они все-таки были приговорены к этому своей страной.
сегодня 31 декабря 1987 года, последний день 87 года. Я почти 2 года не снимал свои картины, потому что был занят. Я снимал фильм «Очи черные», затем ставил спектакль «Механическое пианино» с тем же Мастрояне, с которым снимал картину в Римском драматическом театре. И был, в общем, все время в разъездах, поэтому не мог снимать. Ну, что ты больше всего любишь? Это нельзя сказать однозначно. Я много чего люблю. Ну, больше всего. Я люблю родителей, люблю петь, люблю танцевать, люблю читать. Люблю наблюдать. Ну, а что самое интересное из того, что наблюдал за последнее время? Рождение моей сестры. Я был на съемках в Италии, когда в Москве родилась Надя. Я хочу сейчас, чтобы мы все выпили. И мы вивьямо тутти. Потому что у меня родилась дочь. Перке, это моя фигня, ура! У меня 2 сына и 2 дочери. Повыше, повыше. Мне интересно, чувствуешь ты перемены, которые происходят вокруг тебя в сравнении с тем, что было раньше? Я имею в виду общее состояние в стране. Ну, что происходит сейчас? Перестройка. Все ли ясно, что мы затеяли в стране? Что мы задумали? Знаете, всем надо перестраиваться. От Политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно. Вот и вся перестройка. А то все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Это было не очень трудно для вас? Нет. Ничего обидного? Нет. Никакой неловкости? Спасибо. Я не знаю, что обозначает слово «перестройка» для тех, кто живет в других странах, но у нас оно было понято довольно специфически. Для большинства перестройка обозначала возможность тайное сделать явным. И в этом наиболее преуспели, конечно, румяные комсомольские вожди, хором певшие по утрам «Интернационал», а вечером поставлявшие девочек на закрытые партийные тусовки. Эти ребята в одночасье, с легкостью необыкновенной и великим профессионализмом подвели под происходящую идеологическую базу. Вот послушайте. Целью конкурса является выявление этих одаренных девочек, общаться в различных предлагаемых условиях, проявление новых качеств общения в нестандартных для них ситуациях. Ну, то есть найти представительность, по которым можно какие-то показывать как пример поведения в обществе, появление, пример поведения на работе, в различных досугах, учреждениях. То есть выявление, как правило, как пример именно интересных, способных явиться примером для нашей сельской молодежи. Насколько стало лучше, насколько стало все интереснее. А что было неинтересно? Ну, у нас много было недостатков. То, что и в экономике, и в политике. А теперь просто когда... Ну, например? Ну, например, легкая промышленность. И что это такое? Легкая промышленность, это, например, я беру легкая промышленность, это
Давай нашу одежду возьмем. Ну? Наша одежда была намного некачественнее, чем она сейчас на самом деле. Да. Теперь он уже намного лучше. На заре перестройки, довольно много лет назад, в холодной стекляшке на берегу Москва-реки Сережа Пенкин праздновал свой день рождения. I love you. Oh. Вот знаете, волнуюсь. Теперь он уже известный певец и музыкант, а тогда работал дворником, жил в подвале, пел в одном из частных ресторанов, которые тогда только что появились в Советском Союзе. И как многие из тех, кто присутствовал здесь, мечтал о славе, Первом канале телевидения, лимузине, сигаре, казино. Словом, обо всем том, что можно было увидеть на видеокассете, привезенной из-за границы, и что для многих олицетворяло представление о настоящей свободе и настоящей демократии. День рождения Сергея Пенкина входит в традицию города Москвы. Приблизительно так же, как 70 лет назад вошли в традицию проведения ноябрьских демонстраций. Впервые в Советском Союзе мужской стриптиз. Я не думаю, что певец Сергей Крылов, говоря эти слова тогда, представлял себе, как близок он будет к истине. Теперь уже не празднуют праздник 7 ноября в нашей стране. Зато дни рождения Сережи Пенкина то и дело транслируют по Первому каналу телевидения. Дорогие друзья, я очень рад. Столько здесь пустевых вещей. Дорогие друзья, сегодня на моем дне рождения присутствуют иностранцы из Америки. Я благодарен им. Они все-таки сегодня у нас из далекой страны. Им очень интересно. Покажите, как наша советская крутая молодежь веселится. Сегодня на этом дне рождения присутствует очень много гостей, музыкантов, поэтов, врачей и так далее. Я очень благодарен, что вы цените не только мое искусство. Вот мои родители. Я тоже благодарен, что они приехали из далекой Пензы. Откуда я сам? О, я так волнуюсь! Дорогие друзья, спасибо вам большое. Не все просто перестроились под этот лад. Не все могут сразу перейти на новую жизнь. А в чем она заключается, новая жизнь, по-твоему? Это будущее в розовых цветах. Да? Да. А что это значит? То есть человек может жить так, как ему хочется. То, что ему надо, то он может. Так он и может. Не то, что ему... А как ты видишь свою будущую жизнь? Я разговаривал с моей дочерью и с ужасающей ясностью понимал, как же далека от меня эта девочка теперь. Как скрыто ее существо. Как ей не хочется никого к себе пускать. Даже меня, своего отца. Боже, думал я, да неужели же всего несколько лет назад, почти вчера, она прятала улыбку, говорила, что боится бабы-яги, не любит борща, а хочет крокодил. А ты не чувствуешь, что ты уходишь от ответа? Как легко, как стремительно у нее отняли право хохотать без причины, говорить глупости и не бояться за это наказания.
И вновь народ с удовольствием творил себе нового кумира. Но он уже отличался от тех, кто был раньше. На него не стыдно было смотреть по телевизору. Он говорил без бумаги, он был легок в общении и уважаем в мире. Причем уважали его не только как главу сверхмощной державы, но и как личность. И вся страна приникала к экранам телевизоров и к радиоприемникам, когда он говорил, потому что то, что он говорил, было неведомым и невиданным для сознания большинства советских людей. Был ли он искренен в том, что он начинал? Убежден, что да. Предвидел ли он результаты того, что делал? Боюсь, что нет. Сказал, повторив здесь слова Пушкина. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Ну, как легко сказать. Да здравствует солнце, да скроется тьма. И как далек, тяжел, мучителен, а порой и несбыточен путь к этому. Мир старел. Пророчество Экклезиаста сбывалось. Познание умножало скорбь. И чем больше люди узнавали, тем меньше от этого стали получать радости. Всегда в такие времена, когда место Бога в душе человека свободно, появляется целая армия шаманов, которые пытаются занять собою это место. Они уговаривают, заклинают, приказывают, колебли и без того ни в чем не твердые умы, наполняя их еще большим ужасом и безверием. Разрушающую энергию человеческой злобы, безответственности и жестокости, божественная природа отвечала разрушением себя. Сейчас все закончено, это моя установка. Ничто не должно быть извращено, не должно быть перегиба никакого. Закончено все, глаза открылись, перегибов нет. Все соображают, хорошо могут двигаться, не шатаясь, без головокружения. Сегодня 29 декабря
88 года. Ну, год этот был очень тяжелым. Год носил имя дракона. И в течение этого года произошло очень много разных событий. К сожалению, слишком много событий тяжелых, печальных и даже трагических, не только для... в общем-то, жителей планеты, но и для семей в частности, многих семей в Армении из-за землетрясения страшного. И для нашей семьи тоже. Радость возвращения моего сына, старшего, после трехлетней службы на флоте, была омрачена тяжелым событием для нашей семьи, смертью нашей матери Натальи Петровны Кончаловской, что, в общем, как бы выдернуло стержень из дома. Потому что все вертелось вокруг нее, и дети, внуки, бывшие жены, настоящие, друзья. Все было в ее руках, все было освящено ее мощью, талантом, светом. И, конечно, утрата эта была для нашей семьи очень велика. Сколько раз я уезжаю отсюда на студию или куда-то далеко в поездку, просил благословения у мамы. И вот уже последние годы, каждый раз уезжая, я испытывал какой-то страх, что вот, может быть, я уеду, а ее не станет. Она всегда закрывала окна занавесками, и я... Если я уезжал рано утром, то это было нормально, понятно, она спала. Но если я уезжал позже, часов в 9, и дом был закрыт, и окна занавешены, я всегда испытывал страх, что вот я сейчас уеду, а вернусь я уже нет. Я был в поездке, когда она умерла. Ей было 84 года. Эти дорожки расчищали каждый день зимой и разметали каждый день осенью, потому что она по ним гуляла, гуляла каждый день, чтобы чувствовать себя человеком. Последние годы она жила только здесь, почти не выезжая в Москву. И вся семья собиралась не так часто, как раньше. Но 31 декабря, кто бы где ни был, мы слетались, съезжались все, чтобы встретить Новый год в ее доме. С раннего детства я помню это сладостное предвкушение Нового года, когда горит наряженная елка, когда еще засветло начинают готовиться и накрывают на стол, что-то жарят, парят, ругаются. Пахнет хвоей. Еще помню запах нафталина от ватного Деда Мороза под елкой. А потом ложатся спать, чтобы в 10 подняться и встречать гостей, которые с шумом, гамом, с мороза, запахами духов, с подарками валиваются в дачу, и весь дом наполняется криком, смехом, шутками, объятиями. А тебя гонят спать, потому что в 11 ты должен быть в постели. Я ненавидел это мгновение. Я брал с собой елочные иголки, колол себя, чтобы не заснуть. Но все равно засыпал. И уже в полудреме слышал, что еще кто-то приехал. Еще знакомые голоса, а потом пение, гитара, смех мамы. Но зато утром, проснувшись, ты застаешь огромный стол, похожий на Помпею после извержения Везувия. Все вперемешку, закуски, сладкое, недопитые бокалы вина. Даже дым папиросный, который еще не растаял, и прозрачным облаком висит над столом. Мое детское желание встретить Новый год вместе со взрослыми было так велико, что я запомнил его на всю жизнь. Вот почему своим детям я разрешил встречать Новый год вместе с нами с самого раннего детства.
Ну, а теперь, чего больше всего боится Анна? Войны боюсь. И с этого года я боюсь смерти близких. Потому что в новом году у меня бабушка, это была первая смерть, которую вообще не пережила вообще. Мне страшно очень. А что ты больше всего любишь? Ой, люблю родных своих. Люблю, когда все вместе, мы здесь. Хорошо. Тём, а ты? Что любишь? Чего больше всего боишься? Боюсь. Войны тоже боюсь. Я не сплю. Поминая маму перед иконой, постепенно, как-то сама по себе, сложилась молитва. Подашь, Господи, оставление грехов и Царствие Небесное, рабе Божией Наталье, и помоги, Господи, пред ее всевидящим и невидимым взором, и пред взорами всевидящими и невидимыми всех предков моих, здесь лежащих и повсюду православных, не опозориться, не рассыпаться дому нашему, не погрязнуть в дрязгах, пометозлобии, ненависти, обидах, оскорблениях, зависти, дележе, а двигаться по той дороге, ею начатой и Тобою, Господи, освященной светом Своим. Аминь. У каждого человека в жизни всегда есть два выхода. Можно сказать, можно промолчать. Можно смотреть на эти танки из окна, а можно вот так, рискуя жизнью, как этот китаец на площади Тяньаньмэнь, стоять перед ними и не пускать. И как много зависит от человеческого масштаба того, кто принимает решение. Думает ли он только об этом мгновении, или еще и о том, как отразится его поступок на жизни тех, кто живет рядом с ним, и на жизни тех, кто придет потом. Пружина истории сжималась, империя сыпалась. Из лозунгов пропала цель. Осталось только направление. Со скоростью, с какой меняется ландшафт во время землетрясения. Рухнул символ разделения миров – Берлинская стена. В
Разрушались социалистические традиции, устои, привычки, валились идолы. Но на их место толпа почти бессознательно, основываясь только на том инстинкте, который был заложен в ней десятилетиями, тащила новых идолов для того, чтобы присягнуть им на верность. Из ссылки возвращен один из самых опасных для Советской империи диссидентов – Сахаров. Но мгновение это, между его возвращением из ссылки и смертью, было подобно вспышке метеорита. Безусловным автором всех этих перемен был и останется в истории Горбачев. Но что поразительно, чем выше и стремительнее поднимался его авторитет в мире, тем ниже и стремительнее падал он у себя в стране. Толпа, воспитанная десятилетиями во лжи, вынужденные поклоняться сотворенному своими же руками кумиру, с наслаждением воспользовалась возможностью, данной ей этим самым кумиром, для того, чтобы публично его растоптать. Пока одни защищали своего кумира, а другие растаптывали его, народ терпеливо ждал, когда же, наконец, ему дадут возможность спокойно жить и спокойно работать для того, чтобы прокормить и тех, и других. Сегодня героине моей исполняется 16 лет. Анне сегодня 16 лет. Здорово. Вот уже сколько лет мы снимаем картину? Лет, наверное, 10, как я, насколько я помню. Скажи, а почему ты раньше так как-то все это безбоязненно, охотно делала, а сейчас какая-то... Че ты... Комплексы появились. Какие комплексы? Не знаю, даже на... Ну, все-таки. Ну, раньше я не задумывалась над тем, что я буду говорить, а теперь приходится иногда думать о том, что я скажу дальше. Ну и чего ты скажешь на вопрос, как ты ответишь на вопрос, чего ты боишься? Ну, скорее всего, сейчас я уже не скажу, что я боюсь войны. Ты не боишься уже войны? Практически уже нет. Thank you.
ты хочешь иметь детей? Конечно. Конечно. Но ты знаешь, если раньше я об этом как не задумалась, конечно, обязательно, то сейчас я... Для меня это тоже серьезно очень проблема стоит передо мной, потому что я представляю, сколько это навязывает на тебя забот и какая ответственность. Когда я начинал снимать картину, я хотел понять, где же та точка, в которой расходятся эти два детства, маленького Илюши Обломова в одной империи и маленькой девочки Ани в другой. И я понял, их разделили вера и безбожие. Как неизмеримо выросли наши возможности, насколько больше, как нам кажется, мы знаем. Но безбожие сделало и наши возможности, и наши знания истребительными. Мы потеряли уважение к жизни и к смерти. Жизнь мы превратили в телесериалы, смерть в компьютерную игру, а добычу в истребление. За мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержителю, помилуй меня, Боже, повелите милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силу и честную. Господа, друзья, товарищи, как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым нашего Иисуса Христа обрещается раб Божий Александр, восставление грехов его и вечную аминь. Выживем, я тебе мир помажу. Понял? Это здание Верховного Совета России. Как видите, все лица, которые сидят за этим стеклом и которые сейчас вещают прямой эфир, для людей, собравшихся вокруг Белого дома, вам знакомы это Виктор Ярошенко, Никита Михалков, Александр Любимов, Александр Политковский. Здесь, в этой радиорубке, сегодня перебывало множество людей, деятелей культуры, науки, которые выражают свой взгляд на происходящее в течение двух дней. Работаем. Никита Сергеевич, что вы сейчас сказали в обращении к тем людям, которые окружают это здание? Здесь было плохо слышно. Ну, понимаете, я попытался сказать, что... Те, кто меня знают, знают, что я никогда не был ни крайним, ни левым, ни правым. Я никогда не выступал на митингах и считаю, что каждый человек должен делать свое дело на своем месте. Уничтожена история, уничтожена культура, уничтожено огромное количество людей, миллионы людей уничтожены просто так за некий идеологический символ, который в результате, в общем-то, не стоит жизни одного ребенка. Ни одна идея не стоит жизни одного ребенка. Но дело не в этом. Я здесь сейчас. Потому что я считаю, да, нужно наводить порядок, но кому и как? Вот это вопрос серьезный. Существует правительство, которое избрано народом. Оно существует, это всенародное. Это правительство, это президент. У меня сложное отношение к Ельцину. Сложное, по разным причинам, в разных ипостасях. Это мое личное отношение. Но мы должны сейчас для себя решить. Дадим мы возможность обращаться с нами с позиции силы, как это было многие годы. Тогда, в августе 91-го, погибло три человека. Именно один.
достоинства человека. Большинство глав государств мира вчера, сегодня ночью, сегодня утром позвонили и сказали огромное спасибо всем народам России, самой России, россиянам за то, что Россия спасла демократию, спасла Союз, спасла мир. В том августе эти российские люди действительно спасли Союз. Но для чего? Для того, чтобы через 3 месяца окончательно разрушить его своими же руками. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народу. А шахатин Загарбани сегодня мой. Он выиграет вам немножко. Но одновременно и за сохранение союзного государства и целостности страны. События пошли по-другому. В первый раз уже экс-президенту великой державы не налили в чашку чаю. Потому что по доброй большевистской традиции он был уже никто. Как часто мы забываем простую древнюю мудрость. Обращайся с людьми так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой. Итак, эра перестройки кончилась, в стране объявили демократию. Но как и перестройку, демократии у нас в России тоже люди поняли как-то по-особенному. Помнишь, как он растет для нашей любви? Помнишь, как он наш там? Помните, мы были в гостях у Сережи Пенкина в холодной стекляшке? Так вот теперь его день рождения транслируется на всю страну по Первому каналу государственного телевидения. А сам он время от времени даже поет в Кремле. Я думаю, что надо больше таких проводить вечеров, балов, как во времена Пушкина, Онегина, когда люди ездили друг к другу в гости, на балы. Это так интересно, это так весело. Я думаю, что это должно входить в наш обиход. А Сережа Крылова тоже помнит? Теперь он с экрана телевизора может обратиться ко всему человечеству. Жители планеты Земля, а как же это прекрасно жить, а? Время, когда в людях засыпает человеческое достоинство и стирается представление о чести, когда за деньги можно продать свои офицерские погоны и купить чужой орден, когда исчезают понятия греха и стыда, такое время в России называется смутным. И, как всегда, в смутные времена образовавшиеся пустоты заполняют все то, что никогда ни исторически, ни культурно не было и не будет естественным и органичным для нас. Это моя песня. Он поет ее так, как никто не может петь. Иисус слушает тебя всегда. Скажи ему все, что тебе нужно. Tell him what you want. Jesus on the main line. Yes, he is. Tell him what you want. Tell him what you want now. Jesus on the main line. You got to tell him what you want. Well, Jesus. Эти женщины ползут на коленях к тому месту, где когда-то стоял храм.
взорванный большевиками. И целуют деревья, которые были свидетелями и жизни этого храма, и его гибели. Но, видимо, дешевле, нежели восстановить разрушенное, оказалось просто пригласить иностранных проповедников, которые через переводчика по телевидению или на стадионе возьмут да и научат забывший Бога народ, во что и как ему надо бы верить. Этот мальчик, конечно же, еще не совсем понимает смысла и значения всего того, что происходит вокруг него. Но когда-нибудь он, или, скорее всего, его дети, придут на это место, к прекрасному храму, который они возведут своими руками. Сегодня 5 сентября 1991 года. Вот на этом самом месте довольно много лет назад я продолжал снимать свою картину. Моей дочери Анне уже исполнилось 17 лет, и она должна уезжать на 2 года учиться в Швейцарию. Ты помнишь это место? Да, конечно. Чего ты больше всего боишься? На данный момент есть одна вещь, которую я серьезно боюсь. Это для меня лично не потерять какой-то внутренний мир. То есть у меня есть какая-то база, есть какая-то основа хорошая. Может быть, вот на данный момент я реально поняла, что вообще все, что я имею, в смысле, не знаю даже, как сказать, может быть, Родина, это можно все потерять за одну минуту. Потому Почему? Что, потому что в нашей стране предсказать невозможно ничто, и какая-то опасность потери вот того, что есть, какой-то внутреннего какого-то стержня, она все время присутствует, и это связано... А что для тебя Родина? Ой, это что-то большое, что-то очень красивое. Не знаю. Ну, все-таки, что такое Родина? Родина? Когда есть во что можно верить и любить. Ну, все-таки, ну что для тебя... Помнишь, я водил сюда вас с Тёмой, да, и хотели, да, смотреть на Родину? Что для тебя Родина? Вот если чисто приводить какую-то ассоциацию, то вот это поле, наверное, скорее всего. Вот это поле? Вот это поле, лес наш, пеп. А ты где хочешь жить? Здесь, конечно. Безусловно. Здесь нет дома. А почему? Потому что я не мыслю себя без этого как-то. Ну, без чего? Что для тебя конкретно? Сколько соблазнов. Ты едешь в Швейцарию сейчас. Ты не боишься, что она тебя изменит? Настолько, нет. Что ты не захочешь здесь жить? Нет, никогда в жизни. Потому что
потому что все страны мира, они как-то похожи друг на друга. А что ж не похоже? Ведь, может быть, мы не похожи тем, что у нас хуже? У нас лучше. Как правило, плачут от одного и того же. И любого ребенка можно при желании достаточно быстро успокоить. Дать ему конфету, рассказать сказку, отвлечь. Но почему заплакала Анна? Это 17-летняя, достаточно благополучная девушка, говоря о своей стране. Я подумал, а заплакал бы Илюша Обломов, будучи 17-летним юношей, говоря о России? Маменька! Думаю, что да. Потому что безбожие, разделившие эти две России, не сумело истребить ее всеобъемлющей любви, той самой материнской любви до слез, сила и бескорыстие которой в мире называют загадочной русской душой. Так закончился целый период в жизни нашей семьи и в жизни нашей несчастной великой страны, которая на сегодняшний день уже не Советский Союз. Я надеюсь, что это будет все-таки великая Россия. Но мне не хочется кончать эту картину, хотя эту серию, я думаю, что я закончил. Мне хочется ее продолжить. Если Бог даст сил, здоровья, мира и согласия, может быть, через 13 лет я покажу вам новую серию этого фильма. Вот там, в поле, стоит моя новая героиня. Наденька, скажи мне, пожалуйста, ты что больше всего на свете любишь? Я люблю красоту. Кого? Красоту. А что ты больше всего боишься? Боюсь я. А я боюсь... Больше я боюсь школу. Школу боишься? Скажи, пожалуйста, а что такое родина? Это... Когда это красиво. А какая она? Большая? Маленькая. Маленькая? Маленькая? Скажи, какая? Она вся твоя?
каждого человека, у каждого народа, у каждой страны есть своя неповторимая, единственная дорога, которую они должны пройти без подсказки и насилия, спокойно и с достоинством, не завидуя тем, кто уже добрался до цели, и помогая тем, кто отстал, лишь бы не мешали. С Богом, Анна. Thank you.